Люберцы сохранили свою позицию в зеленой зоне рейтинга 50. Губернатор Андрей Воробьев дал оценку эффективности муниципалитетов на заседании Высшего совета Московской области. Официальная встреча объединила глав подмосковных районов и округов для подведения итогов работы за год. Наши города, города Подмосковья, большие и чуть меньше преображаются, что инвестиции, которые мы вкладываем в инфраструктуру, здравоохранение, образование, дают результат. Но также понятно, что этот результат зависит, насколько эффективны каждый из нас на своем месте. Степень доверия жителей, экономические успехи, своевременность ответов на жалобы населения. От этих критериев зависит, какую позицию в рейтинге 50 займет муниципалитет. Люберецким властям удается добросовестно выполнять свою работу. Место в зеленой зоне – тому доказательство. Задача власти – решать те проблемы, которые есть на территории. А проблемы возникают ежедневно, где-то ежечасно, потому что хозяйство у нас большое, и оно требует особого внимания. И стоит задача, по крайней мере, работать на опережение и те проблемы, которые есть, решать. Округ готовится решить масштабную дорожную проблему. Октябрьский проспект предстоит освободить от пробок. Для этого оживленную магистраль реконструируют. Подготовительные работы начались в 2019 году. За прошедшие 12 месяцев муниципалитет стал на шаг ближе к решению еще одной проблемы. На этот раз в сфере образования. В микрорайоне «Самолет» заработал инженерно-технологический лицей. За его парты сели более 1000 учащихся. Открытие новых учебных заведений способствует ликвидации второй смены в школах. Это цель, к достижению которой ежегодно стремятся люберецкие власти. Такая большая сложная работа, которая заложена, есть некий фундамент, который позволит в будущем совершенно изменить образ жизни в Люберцах. На заседании Высшего совета Владимир Ружицкий озвучил задачи, которые предстоит выполнить в будущем году. Прежде всего, особое внимание уделят поселкам. Глава округа отметил, что жить там должно быть так же комфортно, как в городе. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.